Привет, ребята! Пару месяцев назад я была в Австрии, и сейчас хочу показать вам видео, которое я там сняла. Ну а ближе к концу этого видео будет классный конкурс, так что не пропустите. Я Саша. Я Майя. Я Яна. И мы в Австрии! В общем, Яна собирается вести меня в клуб. Но проблема в том, что пока он откроется, я уже засну. Вы даже не представляете, насколько здесь сейчас холодно. Это кошмар. Майя с Яной ведут меня кушать шницель. Да, да. Майя, как ты со своим немецким акцентом? Вино шницель. Да. Холодно, голодно, но красиво. Да. Очень красиво. Гуляем с Хуго. У девочки, кстати, тоже Джек Рассел, правда, мальчик. Хуго! Хочешь попасть на страницы журнала Glamour? Выкладывай свои фото с красивыми распущенными волосами в социальные сети с хэштегом «Как в рекламе Pantene». И вдруг именно ты сможешь оказаться на страницах модного журнала в рекламе Pantene. Чтобы волосы выглядели идеально, используй шампунь и бальзам-ополаскиватель Pantene Pro V. Всего за 14 дней регулярного использования ты сможешь достичь результата достойного глянцевой обложки. Именно бальзам-ополаскиватель с новой формулой способен преобразить твои волосы и сделать их блестящими, гладкими и красивыми. Еще у тебя есть возможность выиграть преображение от арт-директора Pantene и много других приятных призов. Подробности конкурса ищите в официальной группе Pantene ВКонтакте. Знаете, почему я решила сегодня снимать в очках? Потому что мы с Яной вчера поздно вернулись из клуба, и короче, я выгляжу нечеловечно. У меня все болит. У меня болят ноги, потому что мы прошли фиг знает сколько километров вчера. Мы очень много гуляли. И у меня болят лопатки, потому что, когда я танцую, у меня привычка делать вот так. Руки у меня сегодня не поднимаются. Видимо, я сегодня не одна так себя чувствую. На стенах по бокам канала Дунай разрешено рисовать граффити. Выглядит очень прикольно, и они простираются здесь на много-много километров. Что вы ржете? Сейчас мы пойдем в прекраснейший дворец Бельведер. И самое классное, что в Вене до 18 лет пускают во многие музеи бесплатно. Да, кайфанем! Попробуем снять heads up. Ходить. По лестнице спускаться. Да. Ah!
Паук? Да. Кому из нас ты поверила?